Я хочу поговорить с вами, поговорить о враге. Врага зовут алкоголь. Это враг наш, наших детей, нашей страны. Мы сами приводим его в свой дом. Все мы знаем о тех преступлениях, на которые толкает спиртное, о сломанных человеческих судьбах. Я, как писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в реальности они всегда одинаковы и предсказуемы. Береги себя.